Здравствуйте, дорогие зрители. Ну что, мы сразу же вырываемся в испытания. Чуть-чуть я не успел, конечно же. В третий день, вызов номер три, события под названием... испытание под названием «Сокрушительный удар». Ну что, наконец-то у нас теперь пополнение в нашей пачке. Ксиу, привет, и да, ты тоже привет. Спасибо, что присоединились. Я не успел ознакомиться с тем, что здесь нужно сделать, но давайте уж, ладно, наобум. Что получится? Не прочитал я правила. Ох, ты, ничего себе. Так, у нас будут три новых испытания. Который не похож... Вау. А что здесь нужно делать-то? Ну вот надо, потому что я не познакомил... подождите, вот что оно. Секунду. Как они это делают, а? Ну, честное слово, я без понятия. Ой, позор. Потому что я не знаком был с этим. Так, ребята, я думаю, вы справитесь без меня. 350 монет нужно забрать. Как они это делают, а? А ну-ка стоять. Да не, ну это... Что? А, подождите, да, возможно. Секунду. Нет, это жуть какая-то. Я... А, может быть, лома... А, все, я понял. Ломать эти, что ли? Есть. Или что это нужно делать? Так, атака в падении позволяет разбить возвышенную платформу и получить полученные монеты. Это прекрасно. Так как это? Ладно. Слушайте, ну... Ох ты, что это? Вот что значит, когда не знаком, конечно, с правилами. Ребята, ладно, это моя ошибка. Давайте тогда хотя бы монеты заберем. Ну, в принципе, мы тут в любом случае успеем, да? Приятно, что каждое событие, последующее событие, да, оно отличается от предыдущего. И это действительно интересно получается. Так, 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 монетки, монетки, главное собирать. У нас 8 минут. Да, ломаем, ломаем. Давай, 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 давай. О! А здесь там что делать надо? А, все, это обычный прыжок. Как это? А в чем прикол? Ладно, тогда они пока монеты собирают. Я думаю, сломаю эту штуковину. Я думаю, в любом случае это потребуется сделать. Да, действительно. Ага. Ух ты! Я не знал, что он так умеет. Прикольно, это молодой человек. Так, отлично. Секунду, ну-ка. То что? О! Замечательно. Это только первое испытание из трех. И оно действительно уже... О, какая красота! Это великолепие! Если бы за каждую монету мне еще давали бы исток, это было бы прекрасно. Здесь, кстати, по-моему, даже нет смысла забирать все монеты, да? Да что такое? Есть. Есть! Чуть-чуть осталось. Мы успели! Я поздравляю. Еще раз спасибо, ребят. И надо было сначала ознакомиться было с тем, что здесь есть. При помощи атак Ноэль разрушите взрывающиеся камни, получите очки. Во время испытания непрерывно восстанавливайте элемент... А, восстанавливается элементная энергия всех членов отряда. Ну, мы это уже знакомы с этим, да? Поэтому, в принципе, ничего страшного. Ноэль, красава. Смотрите, а? Как он такое, да, действительно? Три сестры, три близняшки. Смотрится очень красиво, да? Да... Ладно, поехали, здесь надо ломать. И у нас, в принципе, 430. Подрыв поперечного камня уничтожает весь ряд взрывающихся камней. Кстати, по-моему, это то, что нам нужно. Нам нужно бить вот эти золотые блоки. А, вот это, может быть, нам надо сломать. Давай, 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 давай. Так, надо вот это, судя по всему, давайте ломайте. Так, а почему я так слабо бью, я не понимаю, в чем прикол? Да, здесь, конечно, это все не так сложно, в принципе. Ух ты, а эта штуковина, по-моему, лучше всех. Есть! Вот! Вот, кстати, сюда нужно как раз и нацеливать всю энергию свою. Давай, 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 концентрация максимально, разбиваем этот блок. О, да, ульта. Слушайте, ну как же прекрасно, когда совместный режим есть в событиях. Ну согласитесь, ну что может быть лучше? Ведь... Помимо одиночки вот этой, да, когда вы получаете удовольствие за то, что вы получаете просто награды, вы же в совместном режиме получаете колоссальное количество удовольствия, что вы вместе справляетесь со всем этим. Ну, кто со мной не согласен, напишите, пожалуйста. Я уверен, что... 430, да? Есть, это финал, отлично. Так, давайте следующее испытание. Невероятная скорость. С помощью обычной атаки ее имея, за короткое время поразите как можно больше врагов, чтобы вызвать ударную волну. При увеличении числа успешных атак ударная волна будет усиливаться до сверх какой-то волны, возможно.
Так, Юэмия, прекрасная девочка, которой, к сожалению, у меня нету в команде, но сейчас я попытаюсь насладиться ей максимально. Поехали. Ой. А, ну-ка. А, побеждено врагов. Ой, извините, таким образом мы можем и проиграть. Тут реально и жизни есть, я только что это понял. О, ульта. Красота какая. По-моему, это не имеет значения, нужно использовать только основную атаку. Давай, давай, в лицо ему, в лицо. Да серьезно, что ли? О, ульта, поехали. Не-не-не, так не делается, друг мой. Так это не делается, посмотри. Вообще, кстати, по-моему, можно... Подождите, может быть, на самом деле надо было стрелять таким вот образом? Вообще не имеет никакого значения. А, ладно. Короче, просто будем как будто... Нет никаких правил. Окей. Так, эти ребят будут посерьезнее убивать. Как они это делают? Может быть, я что-то опять пропустил? Очень важно. Давай! А, приятно, приятно, а? Я, в принципе, ничего особо не делаю. Вот ребята справляются с этим. Спасибо вам большое. Вы мне помогаете очень сильно. Мой ДПС здесь, по-моему, вообще никакой. Я, по-моему, не делаю не то, что нужно. Есть! Так, а последний остался. Самый главный, да? А ну в лицо. Есть, красота. Ну, слушайте. 5 минут, ребят. Это замечательно. Давайте соберем награды. Но, естественно, я хочу поблагодарить тех ребят, которые собрались все-таки сегодня в совместном режиме со мной. Это действительно очень приятно, потому что, ну что может быть лучше, я еще раз повторюсь, чем выполнение этих событий вместе с командой. И да, Тексио, еще раз благодарю вам за то, что вы присоединились. Увидимся, наверное, уже завтра, если у вас будет такая возможность, напишите в комментариях к этому видео. В это же время, плюс-минус, наверное, 12 по Москве, если кто-то еще захочет тоже к нам присоединиться, я думаю, обязательно пишите. Мы с удовольствием, 4 игрока в команде, поэтому место есть, пишите, мы вместе завтра совместный режим пройдем. А еще раз, перед тем, как закончить видео, естественно, я хочу обратиться к списку, к этому. Следующее испытание — это вызов 4. Видимо, будут тоже доступны какие-то новые испытания, ну а потом, на 5-й день, случайный вызов означает, видимо, любые события, которые любые испытания в этом событии, которые мы выполняли, я чувствую, будет рандомно появляться, и мы их будем выполнять. Тоже, кстати, тоже будет очень интересно. Ребят, красная кнопка под видео. Обязательно подписываемся, пишем комментарии, ставим лайки, нажимаем на колокольчик. И смотрите видео до конца, для меня это очень важно. И еще раз благодарю всех, кто участвовал в этом. Спасибо, пока-пока.